5 дней осталось до окончания приема инициатив в рамках проекта «НАО-100». На сегодняшний день через платформу «Народный контроль» уже поступило 62 проекта. Один из них под названием «Стелла Полари», направлен на возрождение микрорайонов «Новый поселок» и «Лесозавод». Алина Вучейская продолжит тему. Назовешь поселок новым – не расселят никогда. Это строчки из стихов собственного сочинения Михаила Кушнира. Таким образом, мужчина пытается привлечь внимание общественности к проблемам жителей микрорайона «Новый поселок». Сегодня эта территория в окружной столице одна из немногих, где нет благоустроенного жилья. Большинство ютятся в многоквартирных двухэтажных деревяшках. Причем многие не перебираются ближе к центру, потому что не хотят покидать историческую родину. Гаражи, огороды, погреба. Одна школа, один детский сад, соседи, друзья, родственники, бабушки, дедушки – все это для них не пустой звук. Они крайне разочарованы тем, что уже более 30 лет сюда не инвестируется ничего в строительство комфортного жилья. Им этого хочется. Суть инициативы в том, чтобы построить благоустроенные жилые дома в этом районе. Ведь инфраструктура здесь создана. Есть современная школа и детский сад, ледовый дворец спорта. Этот посыл Михаил отразил в своем проекте «Стелла Полари», который прислал на платформу «Народ-83». Кстати, до окончания приема заявок остается все меньше времени. Строительство жилья, культура, образование, медицина, бизнес, интернет-технологии, связь, доступная среда. Предложить проект можно в абсолютно любой сфере. Сделать это можно на портале «Народ». Для этого необходимо войти во вкладку «НАО-100» и заполнить необходимые пункты. Это название проекта, цель проекта, ожидаемый результат, предполагаемый охват и краткое описание своего проекта. И, соответственно, по окончанию нажать «Отправить проект». «НАО-100» рассчитан на 10 лет. Мероприятия проекта станут своего рода дорожной картой к стратегии социально-экономического развития Ненецкого округа до 2030 года. В программу войдут не менее 100 проектов, которые нацелены на то, чтобы существенным образом изменить экономику округа и качество жизни северян. Алина Вучейская, Леонид Шишилов и Владислав Носкин. Телеканал «Север».